Ребята, всем привет! Сегодня мы прокачали очередную тачку. И это Mercedes ML400 с двигателем 3 литра турбо. Словно ветер степи, словно в речке вода. День прошел и назад, день прошел и назад, не придет никогда. Здесь мы поменяли внутреннюю конструкцию резонатора, установили две вакуумные заслонки. Под этот обвес мы сделали выхлоп так, чтобы он не бил вниз, как в стоке, как в штате на этой машине, а именно дымил из насадок. И теперь выхлоп четкий, правильный, настоящий, тот, который нужен для того, чтобы эта машина радовала и зажигала на дороге. Посмотрим на процесс, посмотрим на результат. И, ребята, если вы хотите также, обязательно обращайтесь по телефону, либо пишите. Мы всегда на связи и всегда подскажем, как правильно прокачать вашу тачку в плане выхлопа. На связи Игорь из Ультравыхлоп. Thank you.